Глава района проверил санитарное состояние станицы Северской. Обход начали с самого центра. Улица Ленина – одна из самых ухоженных поселений. Однако чистота царит не везде. Например, вот здесь, за цветочным магазином, груда обрезанных веток. Возле рынка фасад одного из зданий находится в ненадлежащем состоянии. Рядом провалилась плитка. Адам Джарим поручил привести в порядок все проблемные объекты. Устранять недочеты начали в тот же день. Возле входа в рынок – несанкционированная торговля. Небольшого прилавка социального ряда на всех не хватает, пожаловались продавцы. Должны понять, мы не можем рынок вынести сюда на улицу. Адам Джарим посетил и крытые торговые ряды и поручил увеличить количество социальных мест. Также глава района прошелся по нескольким улицам и проверил устье реки Убин. Здесь везде царила чистота и порядок.